тактика, и я ее придерживался. Ну, пошли прокачиваться, да стрелы покупать, хули я все потратил. Сколько? Получается 5 траев. Ну, блин, откровенно говоря, ну, понятно, то есть, то, что я пока не понимаю, вот видите, в чем моя проблема с Abyssal Blade'ами. У этого босса есть слабое место, он медленный, и первую фазу вообще на одних стрелах можно пройти. То есть, ну, блядь, лук и стрелы — это не какое-то супер крутое оружие, которое там тяжело достать и все такое. Лук и стрелы — это херня, которая вот здесь вот продается. Без вообще, без проблем, без вопросов. При этом он такой же неудобный в плане своих атак, как и Abyssal Watchers. Но, сука, того-то нельзя стрелами просто захуевертить, просто потому что, блин, ну, он моментально к тебе подбегает, и там стрелой даже не попадешь по нему. То есть у этого босса есть слабое место, он местный, он слаб, это, медленный. А у того босса слабое место, я вообще не... Либо я тупой и не понял, какое у него слабое место, но это пиздец просто. У него что, первая фаза жесткая, то что, блин, ну то есть надо чисто на скиллухе его убивать. Что у него вторая фаза жесткая. У этого босса, типа, первая фаза вообще не жесткая, а вторая фаза, ну... Чуть помощнее, конечно, но он все равно медленный остается. Когда к нему близко подходишь, он херачит. Когда ты далеко от него стоишь, он ничего не делает. Вот, и типа... Че у меня там по стрелам-то, не знаю. У нее еще и ограниченное количество продается. Да-да-да, больше душ. Че там у меня? А, у меня улучшенные стрелы кончились. А, простых-то у меня до жопы было. Сколько у меня сейчас простых стрел? В ящике 97 и в наличии 99. Да, пошли купим улучшенные стрелы. Ну и посмотрим, что крафтится из босса. А, хотя ладно, на все деньги закуплюсь. Что у него тут есть? 198 штук. Столько и купим. Все равно, блин, стрелы. Стрелы за best. Да, и этот давал отпиться, блядь. Abyssal Watcher, он просто, он быстрый, и у него такие же атаки. Ты пьешь, и он сразу херачит. Этот тебя ударил, если ты умудрился убежать от него, что в итоге оказалось не так уж и сложно просто. Надо не перекатами пытаться это делать. Ну, или перекатами, но в легкой броне. У меня все-таки броня более-менее тяжелая. И... Типа, все, отбегаешь, отбиваешься, он не сбивает тебе хилку. Блять, Abyssal Watchers вообще имбалансный получился, я просто херо знает. Я хочу лук теперь прокачать на плюс 80. Потому что я даже босса, блин, с помощью лука... Это пока что первый босс, которого я заовнил с помощью лука, но я верю, что у меня еще все впереди. Я, конечно, убивал с помощью лука всяких драконов, червей и тому подобное, но по факту босс, типа... Это первый. Так, ну из него... О! Блин, двуручный меч. Меч правосудия. Это он, так я так понимаю. Да, душа понтифика Сильвана. Салливана. Ну, какой-то он, если честно, не очень. Ну, 12 инты требует, так что... В принципе, не... Не это. Гигантский меч. Хм. Ну, даже не знаю, не нравится что-то. О, увеличивает максимальную нагрузку. Ну, блин, фиг даже знает. По-моему, он мне не очень нужен. Двадцать ловкости. Гигантский меч. Уникальный. Что интересно значит уникальный? Ну, короче, ничего. Только два меча. Причем оба двуручных. Но, блин, тут кто-нибудь вообще одноручные мечи крафтит? Вообще никто. А нет, вот простой меч. Ну, блин, он с верой. Он требует веры. Канделябр, блин, клирика. И урон у него соответствующий.
А нормальных одноручных этих нету. Мечей. Полное говно. Так. Вроде ничего больше не хотел. Я ничего больше не хотел, не знаю, зачем я с тобой говорю. Заклинание хочу убрать, не знаю, оно мне вроде как не мешает, но... Ну ладно, оставим. Я вот даже не знаю, типа, вот дальнее поместье, у меня есть путь вниз. Понтифик Салливан. За ним тоже есть какой-то. Ну там у него еще две двери были в комнате с ним. Надо посмотреть, может они открываются. Потому что через за двери такие, которые не открываются, отсосанные двери какие-то. Иритил, холодный долин. Вот чуть за двери такие. Ну-ка, открывай мне двери. Ага. Да, эти двери действительно не открываются. Блин, такие здоровенные двери. Хотя в этой игре всегда здоровенные двери. Но все равно это немного как-то... Не, странно. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, на пять полных уже хватает. И даже писечка остается на шестой удар. Я думаю, еще раз за четыре, наверное, пять, может, от силы прокачаю вот эту вот зеленую полоску и хватит с ней. Ну, блин, я чувствую то, что я по сюжету сейчас, типа, просто пойду. Ай, ладно, вторую ящерку даже не буду трогать. Этот мерцающий титанит, блин, он крайне бесполезен. Пока что. Она все равно рестница, когда я это... Ох, когда я в очередной раз сюда приду. Вот не знаю, не хочу на самом деле идти сейчас вот сюда. Мне кажется, то, что это все-таки сюжетно этот... Они шевелятся? Нет. Окей, вопрос номер два. Кто их отпиздил? Потому что это был не я. Может, очередное дерево? Смотрите, цветочки. Ну, хотя на поле боя с деревом там цветочки были этого фиолетового цвета, а здесь синенькие. Но, блин, цветочки, вы посмотрите, какая красотища. То есть, блин, вот геймдизайнеры просто 10 из 10 в этой игре постарались. Я такого никогда не видел раньше, чтобы прям... Ты вот на это вот все смотришь и прям все такое, ух. Душа усталого бойца. Спят усталые игрушки. Так, я уже понял, в меня тут фаерболами стреляют. Парни не рады меня видеть, ну и хер с ним. Не сильно-то и хотелось. Ща, одному стрелу в голову засажу. Вон, ты с дубиной. Ты даже человек. Все же мы люди. Ну, на самом деле, я не люди, я нежить. А вы чё, по двое только ходите? Мы с Тамарой ходим парой или чё? Ну, пошли тогда подальше, отойдем, может, твой друг от нас отвяжется. А, вот оно чё, да? Вот так вот вы, значит, дела делаете. Я так черных рыцарей уже фармил однажды. Ну, давай. А чё ты, ко мне подойти хочешь, да? Уже не хочешь? Уже не так-то тебе и хочется ко мне подходить, да? А чё ты? А выглядел таким смелым. Братан, не отходи. Да-да-да. Мы с тобой словно всю жизнь знакомы. Давай. Ну и давай я поиздеваюсь над тобой по итогу. Так, у тебя просто... Ну ты сражал... Ты, это, подругу свою забери отсюда, мужик, плиз. А чё у тебя урон-то такой, женщина? Ты вообще, ты в курсе то, что, бля... Ну, это вроде женщина. Слышь? О, вот это ты клёво придумала. Встать, это я одобряю. Слушайте, какой-то... Блять, у меня энергия кончилась.
какой-то неприлично маленький у нее урон. А чё ты ходишь дальше, чем твой этот мужик? Слышь, как ты заебала, а? Блять, просто... Ну да, вот эти вот противники... Перекатывающиеся, сука, у меня тупо на 4 переката тратится вся энергия. Слышь, да ебал я тебя, короче. Пошла в пизду вообще. Вот вам и станлок, блять. И все на свете. Таранские копии. Звучит так, как будто это какая-то уникальная фигня. Даранский пидор. Блин, ну в тебя много придется всадить, ты на большом расстоянии. А! Так ты бомж обычный. Подожди, мы с тобой уже встречались, только ты в красном был. Опять РПЦшники нападают или что? Ой, а вас тут много. И вы оба кастите в... Да, я понял, в пейсбол вам не играть, короче. Чувак, а чё ты вправо смещаешься, я не совсем понимаю. Невидимая стена! Бля, придется делать шаг в сторону. Ой, один живой оказался. Я бы не против с тобой сразиться, но тут, чувак, невидимые стены, все дела. Ча, подожди, я сначала с этими парнями. Да разберусь. Ты их защищаешь, что ли? Бля, они, я уверен, они пытали тебя или типа того. Че, сколько у тебя хп? О, да ты же бомж. Ебать, ты урона наносишь, парень. Вот одного удара ему не хватило. По итогу. Блин, эти невидимые... Осколок титанита обычного, серьезно, даже не это, небольшого. Да ты чё, ну сука! Пиздец. Пидорство какое-то, эти невидимые стены, блин. Блять, их там еще и много, а, в пизду, короче. Ёбки. Кто так ходит вообще? Я знаю, что... Все бы ничего, эти три пидораса стреляют по мне. И все бы, сука, ничего, но я даже не могу их убить, блядь, стрелами, потому что они за невидимой стеной стоят. Ну, типа, окей, нет проблем. Эти пидорасы, типа, стреляются, но, блядь, невидимые стены, серьезно, 2016-й. 27 урона. Наконец-то. Бля, не, ну так это будет слишком долго. Ах. Ну и говно. Неужели они, ни один, блядь, бета-тестер-лучник не пришел сюда и не сказал им: «Эй, ребят, у вас тут говно вообще творится». Копье. Да ну. Вот, большой осколок титанита. Ой, прям, фу. А, да, самое смешное, что к ним легко подняться. Как я зацепил второго, я не знаю. Стоп, а где те, что стреляли? А, вот ты.
Собачий. Тут, конечно, чисто мой скилл не увернуться от такого медленного, блядь, медленно летящего огонька. Ой, бабушка, бабушка РПЦшница, сорян. Блин, я на этих говнюков столько потратил эстуса. Но на самом деле мне сейчас даже не впадло что-то вернуться в этот, к костру. Потому что... Больно уж много душ у меня сейчас, надо бы прокачаться. Невидимки, смотрящие на ботинки. Не удивляйтесь, это название какой-то русской группы. Или типа того. Я тут лут видел. Да-да-да, прямо вот здесь вот. Большой осколок титанита. Копья рулят. Да, ну не рулят копья. Я его даже надеть не могу, у него 20 ловкости надо. Не, ну могу на самом деле, если сделать еще и вот, вот так вот, например. Ну типа, блин, наверняка можно что-то с помощью этого делать. Ну... Ну такое... Ну такое... Не... В PvP, я думаю, копья бы... Нет, все равно, наверное, даже в PvP они рулят. Короче, мой меч мне нравится больше. Пока я не найду что-нибудь получше. Отлично, это шорткат, только он наверняка с другой стороны открывается. По-любому. Да. Реально хочу вернуться на этот. Ну, 4 эстуса, несерьезно, конечно. Так, нет, стоп, сюда я уже спускался. Это, конечно, несерьезно, 4 эстуса. А, мой... О, это лифт. Как удобно, слушайте. Окей, игра меня немножко радует. Совсем чуть-чуть. Блин, прям прокачиваю левела просто один за одним, как быстро здесь идет этот... Экспа. Я, кстати, когда этого персонажа создавал, я вообще прическу забыл выбрать, она стандартная. Как-то так получилось. Чё, до 100? Вот у меня сейчас сколько? 116, да? Ну, до 122... 124, наверное, надо прокачать. Раз, два, три, четыре, пять... Даже, наверное, до 126. Потом забить на эту полоску, качать чисто силу, чтобы урон рос. Блин, вот я вот не знаю даже. Я, наверное, в поместье пойду. Хотя и до поместья у меня была еще развилка, в которую надо сходить. А. Блин. Столько развилок. Но я люблю... Все прям исследовать, каждый уголок. Это типа, я говорю, то что спидранеры, они типа, ну спидранеры не те, которые типа намеренно проходят игру быстро, а просто люди, которые играют в эту игру, но проходят ее так. Ну не как я, короче. Тот же Кекс, он не спидранер как таковой. Ну то есть он ничего не знает об этой игре.
я кольцо это оставил. Бля, Питер с трех ударов умирает, но какой же мерзотный. Ну, в принципе, как и все враги здесь, которые... Которые этот... Быстрыми атаками бьют. Вот такими размашистыми быстрыми. Отличная промазка. Блять, и у меня кончилась энергия, ёб твою мать. Не-не-не, ребят, меня не обманешь. Тут, наверное, как где-то стена. И наебали. Но не обманули, просто наебали. О. Та-т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 а
Обидно. Монетка. Ну, это того стоит, наверное. Не знаю. Если я узнаю, опять-таки, с какого мода моба валится какой-нибудь клевый дроп, то это, конечно, будет того стоить. Да, парень, я такой. Бля, это место выглядит так, как будто в нем сидит ебака какой-то. Так. Ну, а чё ты его, блядь, убрал-то? Ну, слушайте, давайте, обрадуйте меня. Ну, хотя нельзя же в каждую стену вставлять этот иллюзорную. Каждую стену иллюзорную делать. Но все равно. Слушайте, теперь мне кажется, что по сюжету сюда надо идти. Больно уж какое-то место. А, темный дух. Что-то там. Ну, окей. Пусть идет сюда. Ебать, у тебя хрень какая большая. Две большие хрени. Ну, давай, давай. Пидор. Бля, он тоже с арбалетом. Ебать, его арбалет больнее моего бьет. Откуда у тебя столько энергии-то, пидор? Говноед. Ну давайте, честно. Муракумо. Ну и нахрен он мне нужен, говно какое-то. Вторгся, блин, тут, понимаешь ли. Муракумо какое-то уронил. Что это? Огромная елдень. Ну, слушайте, бля, это самое длинное оружие, наверное, которое я видел. Но как же оно много жрет. Ну, хотя наверняка в некоторых, в каких-нибудь ситуациях, блин, оно может вполне даже пригодиться. Ну, ебал я, как обычно. Больно уж оно медленное. Да и урона мало, не заточены нихера. Но возможно, возможно, да. Хотя какой-нибудь вот этот вот, то выглядит на самом деле
по это посолидней. Ну, одной рукой, конечно, им не помашешь. Да, что-то я прогнал. Это точно такое же оружие, только у него урон больше. И получил я его примерно раз... Блять, ну, намного раньше, чем этот Муракума сраный. Фу, говно. Японский двуручий 13 века. Что нужно, чтобы меч заточить? Ну, титанит. Что еще? Как всегда. Так же, как и любое другое оружие. Хотя, может быть, и не титанит. Может быть, и что-то... Ну, то есть, не обычный титанит, а какой-нибудь мерцающий титанит или типа того. Для чего? Для чего здесь эта штука? Они просто для красоты ее нарисовали? Я не верю, я хочу спрыгнуть. Нет, я не настолько отчаянный. Я ссыку. Блин, или вот этот вот... Слушайте, наверное, путь от костра все-таки более сюжетно, да. По сюжету явно этот путь более сюжетный, просто потому что... тот босс, он, наверное, был необязательным по факту. Я чувствую, кстати, еще больше лабиринтов, катакомб, фу. Тот босс, он был необязательным, наверное, по факту, а вот... А вот костры, это костры... А, я вообще перешел в новый этот, подземелье Ретила. Не, ну тогда, конечно... Тогда, конечно, идем дальше. Хм, это значит, что чисто теоретически в этой локации есть еще один босс. Я, насколько понял, их тут по два. Хотя нет, если бы их было тут по два, то сейчас было бы... Ну вот сколько. Давайте посмотрим. В этой... Ну, тут один босс, тут один босс или два. Дерево в этой локации. Нет, дерево вот в этой локации. Один, один, один. Тут два. Тихо, иди отсюда. Кыш! Бля, тапком вкинуть надо в кота. Кыш! 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 Он уже не боится тапка. Я только машу, потому что не кидаю. Так, тут у нас... один босс. Тут. Кыш, кыш, кыш. Кыш. Бля. Ну ладно. Так, тут два босса, кстати. Король демонов и этот, Вольнир. Ну и тут пока что один босс. Ну, чисто теоретически может быть два. Так. Я тут где-то лифт открыл. Давайте на лифт. О, блин, так этот лифт все время тут стоял, у него кнопка вызова даже и была. А я пошел по не самому ближнему пути, скажем так. Интересно, а в бою с боссом эта кнопка работала, и можно было вот сюда, например, залезть и как-нибудь расстрелять его? Сомневаюсь. Было бы слишком, конечно. О, мимик. Или... О, привет, мимик. Нет! Нет, он все-таки съел меня. Тут у мимиков не так много хп, на самом деле. Бум. Ну, символ алчности. Золотое ритуальное копье. Да что ж это копий так много-то, господи. Копье тут, копье там. Ну, магическое, естественно. А что такое символ алчности? Это то, что я мимиков много отпиздил или что?
пример для игры по сети. Список рыцарей Темной Луны, сложившийся со времен правления старых королей, используется, чтобы узнать имена рыцарей Темной Луны, членов элитного ордена, сокрытого в тени. А почему для игры по сети-то непонятно? Кто такие Темная Луна? Ха, странно. Так, ну в Ковенант я не хочу вступать. Чего ты пришел сюда? У меня второй этапок есть. Кыш. Какой же он недовольный. Не заводите домашних животных. Просто не надо. Где символ алчности, не могу понять. Обескровленное сморщенное ухо, знак победы над виновным. Рыцари, прозванные клинками темной луны, наказывают тех, кто согрешил против богов, и отрезают их уши в качестве доказательства победы. Трупы грешников с отрезанными ушами остаются в назидании остальным, устрашая их и побуждая уважать богов. Такова воля темного солнца. Ну, это ненадолго, потому что, ну, сколько человек разлагается? Ну, пару там, я не знаю, месяцев. А потом что? Потом это будет просто труп, и никто не узнает, что у него нет уха. Значит, им надо делать это с промежутком времени некоторым. Бросьте его врага, и тот будет отравлен токсинами, но отравление распространится и на вас. Из-за зловония немногие решаются таскать предмет с собой, хотя токсины быстро наносят сильный урон. Может, среди нежити кто и любит всякую дрянь, а может и нет. Хм, интересно, может быть, действительно? Может, действительно эта штука много дамажит, и типа в боссов ей кидаться? У меня есть рыбки, они довольно тихие. Не, рыба кормить надо, аквариум чистить. Фу. Не. Лучше вообще никого не заводить. Вот это было бы клево, если бы я никого не заводил. Блин, что за символ алчности? Откуда он и куда он кинулся мне? Вот в чем вопрос. Да господи, иди, бля, отсюда! Просто я его отгоняю, он отходит, сидит, и потом снова подходит. Снова отгоняю, снова подходит, сука. Ну, слушайте, у меня уже больших осколков титанита, 23 штуки. Думаю, пора заточить топор. О! Не, показалось, наточенный самоцвет. Мне нужен обломок титанита. Не, заточить лук. Я думаю, то что... Я хочу какой-нибудь клевый лук, блин. А то я с этим луком... То есть этот лук опять сюда идет. Технически он с начала игры, типа, и... хоть я им и недавно начал пользоваться, но по факту он продавался просто у бабки, там, за 3000. И, блин, я даже не знаю... О, тут есть еще проход на... Нет, я по нему спустился, по этому проходу наверх. Или нет? Так, тут эти к верунам выход. Не, на этом проходе наверх я не был. Хм. Как интересно. А тут у нас что? Пнуть ящерку. О, какой-то прочный самоцвет. Это уже что-то новенькое. Схватил за хвост. Не нравится? Вот и вали отсюда. Блин, долбанный кот. Просто жуть. Какой же он доставучий. Ну, типа, ему не хватает внимания, я полагаю. Типа, он же у меня нет. Не голодный никогда и все такое. Но, блин, как же много он этого внимания требует. Каждый день. Каждый, сука, день. Так, господи. Каждый, сука, день. Сколько мне там на левел надо? 20 тысяч, ну ладно. Я бы этот мог бы души какие-нибудь сожрать. У меня душ 1030 в инвентаре, не считая боссовских, конечно же. Вот, и типа, да. Так, а как пройти... Так, я запутался. Во.
Сейчас бы еще не получить кучу урона от этих. Хотя, может, вообще их не убивать. Я хочу посмотреть, во-первых, что там у нас вот тут. Ага, я... что? Я снизу не полутал? Это лут лежит? Да, как я так его не полутал? Ну ладно, я сначала хочу посмотреть, что вот здесь, потому что очевидно, что вот в это вот, ну, туда надо идти. А сюда, похоже, идти вполне не обязательно. Так, тут, я помню, два невидимки были. Да, вон они ходят. И невидимки. Так, немного восстановить энергии. Так, ради чего я сюда пришел? Ну, глянем, что за колечко. Поглощение от урона тьмы. Ну да, это бы мне помогло на боссе, который бил уроном тьмы. Но... вы же слышите, как что-то шепчет во тьме? А! Стоп! Эти парни ресаются? Вот эти вот парни резать, ну-ка, 18. А, нет, казалось. Деревья. Так, во-первых, не все умирают почему-то с двух ударов. Ебать, здесь можно фармить на этих парнях просто. Почему-то этот умирает с трех. И этот умирает с трех. А бабуленька, блин, падает постоянно. Бедро, наверное, болит или типа того, что там у бабок обычно проблем. А, вы разного роста. Ну, слушайте, смотрите, здесь можно вообще на изи, короче. Да что ж творится-то такое? Я не понимаю, это звуки какие-то. На изи, короче, можно в этом месте фармить души, вот. Буквально сколько я, 5000 нафармил сейчас, тупо пройдясь вот так вот и... изрубив в капусту пару никчемных вообще мобов, которые ничего не могут. То есть вот сюда вот идешь, так вот пробегаешься, возвращаешься, садишься к костру, туда-сюда, туда-сюда. И я думаю, минут за 15 можно, ну минут за 20, может, 1100 можно так нафармить. Так что такое. Возможно, когда-нибудь мне придется к этому способу обратиться. Но теперь мне хватает на левел, и я вообще хочу пойти левел прокачать. Но, сука. А, опять ты. Пидор. Я что-то не вижу его. Почему я не вижу его? Ой, блядь, страшно. А, вон он где. Говнарь, блин. Ну ладно, пытаться с лука тебя убивать я не хочу, так что... пойду просто в здание и отмудохаю тебя там. Не говорите мне, что здесь тоже нету потайного прохода. О, ну хоть раз моя чуйка сработала. Ну, по факту, не раз, конечно. Много раз уже срабатывало, но...
Сейчас моя чуйка меня, короче, это в могилу заведет, я так чувствую. Чуйка, чуечка, чуейка. Тут хотя бы бегать можно по-человечески. Бля, тут несколько ящериц. Ну давайте сюда попробуем одну заманить. Сейчас она не впечатлена, по-моему. Думает, ты чё, дебил? Ну, или типа того, ладно, тогда ты. А, вы агритесь только по... А, это так, такая же, как и была в начале, что ли? А урона-то вы наносите, конечно, я ебу. Блять! Я жив. Ненадолго, но жив. Я не знаю, как это случилось. Но, бля, это просто бред, нахуй. Бля, не та. Да, блядь, не вижу вообще ни хера. Да я не вижу ни хера. Иди отсюда. Сука. Я бы, если бы, блядь, ну, если бы они хотя бы цветом отличались, хоть чуть-чуть, я бы убил сначала одну, потом вторую. Но, бля, они одинаковые, я бью по одной. Я хп-то больше снял, чем у одной. Ой, бля... Начинается. И вот это вот, когда у меня за спиной эта ящерица, вообще не видно ни хера персонажа. Типа полное говно. Даже не знаю, попробовать их как-то с человечностью, что ли. Эй, бабу... А, ты только откидываешь? Ну тогда я не против. Найс, найс. Эй, тут же дерево. А, это дальнее. Самое смешное то, что эти ящерицы, но они наверняка без это, безресовые, типа. И убей я хоть одну, в тот раз, типа, мне бы сейчас было намного проще. Как мне не хватает, когда враги станлочатся каждый удар, господи. Бля, 5400 просто вот за это вот ничтожество. Блять, где мои души? Ой, пиздец. Я сдох в таком залупе. Че, прям по-любому обе сагрятся. Ага, чтобы вы понимали, она мне урон нанесла. Блять, ну вот вы видите что-нибудь, я нет.
Так, теперь пошли свои подберем. Не, это бред. Вот эти вот огромные противники, это полный бред. Пизда, ну, собственно. Ну это бред, блять, они полностью камеру перекрывают и вообще нихуя не видно. Если бы они, блять, камеру не перекрывали. Может, еще бы поуворачивался, но когда у меня, блядь, тупо герой, блядь, на экране вместо персонажа, тупо вот эта вот херня лохматая, ну, блядь, это полное говно. Я, конечно, не поэтому сдох. Я сдох, потому что мне почему-то казалось, что я им больше урона наношу, но я делаю по 100 примерно за удар, и это что-то как-то... Не. Что-то мне казалось, что побольше я им первый раз сносил. Ну, зато сейчас я еще раз зафармлю вот этих вот ублюдков. Их почему-то тут двое. Нет, просто кастуют не синхронно. С этого меча очень слабая колющая атака это. Да блять. Бред. Еще опять 400 сверху. Бля, ну и главное не фидануть этой змее. Или вот здесь вот, например, не разбиться сейчас. Я уж поосторожнее. И, сука, я умираю в центре комнаты, то что туда бежать и вообще геморрой. Но я все равно сначала первым делом за своими душами побегу. Больно уж их много. Блять, мудак. Тупой. Ай, ебаный ты в рот. Я жал ведь на это. Да иди ты нахуй, я не вижу ничего. Блять, бред. Да ёбаный ты в рот, сука, я этот про... Ну, до того, как меня била эта хуета, я, очевидно, жал этот ебаный перекат, сука, ебанутые управления, ебанутые японцы, ебанутые, которые игры свои делают, блядь. Просто бред, блядь. Сука, этот ебаный перекат я жал до того, как это... Хуета, блядь, что-то сделать мне сможет. Ай, в пизду этот автофокус ебанутый, сука. Надо ждать, пока она электричеством, короче, будет. Видел я или я сейчас что-либо? Отлично. Ебанутые японцы, блядь. Сейчас смотрите, блядь, враг реально жесткий. И нахуй, короче.
Уёбок. Ебанутый. Я тебя, блядь, и стрел расстреляю сейчас, говно ты собачий. Хотя я, по-моему, не могу целиться так. Блядь, ну поднимайся быстрее ты, ёб твою мать. Ты чё, ебанутый, что ли? Какой хер ты меня, блядь, переключил? Да, я не могу вниз целиться, потому что, блядь, это... Японцы сделали эту игру. Блядь! Шлюхины дети, не туда пошел. Ой, ёбаный ты в рот. Просто, сука, слов нету. Кнопки ебучие, не нажалось еще. Ебучие, сука, наводящиеся стрелы. Ты нахуй ширный. Паны японцы, которые не могут, блядь, нормальную систему сделать. Не понял. И где? А где, блядь, души мои? 40, вот эти вот 50 тысяч или сколько у меня там было? 40 с чем-то. Я прыгнул вот отсюда, то есть вниз, и разбился от падения. То есть души как бы должны вот здесь отпостаться, потому что они с места прыжка всегда остаются. Или вот здесь, ну или вот отсюда, я хуй знает, откуда я там спрыгнул. Нет? Нет, нет, не считает так игра, она считает то, что, блядь, мои души должны быть где-то внизу. Ну да, блядь, почему бы и нет, в принципе. Я же там умер! У тебя что, нет, что ли? У меня, сука, эту ящерицу надо, конечно, убить, но как меня заебало это просто. Я просто, блядь, не... А я знаю, нахуй, как я ее убью. Из лука. Сука, ты тупая. Если ты думаешь, что я буду с тобой церемониться, то хуй тебе. Знаешь, как говорится, блядь, человек умнее обезьяны. Не уверен, что это про меня говорилось. Шлюхи нахуй на кроте. Блять, ебаная система.
хорош, химич. Да, сними мне таргет, сними. Сделай это, сука тупая. Сделайте систему таргета, а потом снимайте ее, блядь. Да, блядь, куда ты мне поворачиваешь камеру, тупая манда? Ой, уёбище, это не автофокус, это просто кусок ебаного говна. Он типа, если не может взять в автофокус, то он, блядь, камеру поворачивает на это, вперед. Но я ебал его рот, если он, блядь, не может так в автофокус взять. Блять, долбоёб, который придумал то, что... Сука, да чего же уёбищное управление? Да чего же оно плохое, реально? Мне просто не верится то, что они реально это сделали. То, что это настоящая игра, блядь, с настоящим управлением, типа. Ну, то есть, блядь, сделать так, чтобы игрок, когда достает лук, не мог из него стрелять, блядь, да чего же надо быть гением, нахуй? Вот, потому что я ни в одной игре, блядь, даже в самой ненавистной мне там игре, в каком-нибудь ебучем, там, я не знаю, Скайриме, в Фоллауте 3, я не знаю, есть там луки или нет, если бы, блядь, были, я уверен, то, что даже там беседка бы тупорылые, блядь, дегенераты, и то смогли, блядь, сделать бы систему эту. Блять, мы как в ебучем мультике про Тома и Джерри, нахуй. Кольцо благосклонности, блять. Ну давай посмотрим. О, повышает здоровье, выносливость и макс нагрузку. Я не вижу причин не одевать эту хуйню. Если единственное то, что возможно меня наебали, оно повышает здоровье, выносливость и макс нагрузку врагов, блять. Человеческие отбросы. Ну, тоже не вижу причин не взять это с собой. На боссе так не бомбило. Да ну, сука, ну это пиздец. Это настолько уёб... Тут, кстати, ковенант какой-то, судя по всему. Это уёбище, типа, смотрите. Вот, короче, вы видите вот эту вот кнопку? Это... Я еще раз могу. Я уже 3000 раз, блядь, пел баллады о том, какие же консольщики уёбища со своими, блядь, геймпадиками, на которых 4 кнопочки всего. Ну, по факту их там штук 6 или 8. Там еще триггеры и все такое. Но, тем не менее, вот это вот, знаете, что за кнопка, блядь, камеру центрировать? В какой-нибудь нормальной игре такая кнопка была бы там, ну, просто отдельной кнопкой. Там на V, на Z обычно. На кого-нибудь Z обычно центрируют камеру в играх. Нет, здесь это кнопка автофокуса, блядь. То есть я поворачиваю камеру, хочу взять фокус врага, блядь, который у меня по центру экрана. Но из-за того, что там стоит ебучая колонна, и то враг процентов на 60 из этой колонны высовывается. У меня, блядь, камера центрируется вот так вот. На... перед глазами. Кнопка автофокуса. Типа, блядь... Да. То, что когда я достаю лук... Вот, смотрите. Оп, я достал лук. Знаете, какой кнопкой прицеливаться? Ну, райт-кликом. Что, блядь, логично. Японцы знают то, что в играх прицеливаться райт-кликом. Что я делаю райт-кликом? На, сука, въебыч, крыса, переросток, блять, ёбаный мастер сплинтер. Вот. А что мне надо сделать, чтобы начать стрелять? Ну, либо нажать на кнопку F, которая переводит режим в двуручный, ну, двуручный режим оружия. Либо нажать сначала на левую кнопку мыши, на которую я мог бы нажимать, например, чтобы стрелять из лука. Вот насколько нужно интеллектом обладать высоким, чтобы понять то, что человек, когда достает лук, он сразу хочет из него стрелять. Или это типа намек на то, что я, блядь, могу ходить с щитом? Сейчас. Вот. И типа я, когда достаю лук и щит, я хочу, блядь, все-таки блокировать, а не из лука стрелять изначально. Это вот на это расчет, да? На то, что я типа вот так вот щит, типа хуяк-хуяк, достаю такой лук и все. Мне до сих пор нужен щит. Да, звучит логично. Звучит, блядь, логично. Консольная дрочь, да. Ну, я уже миллион раз говорил про это. То, что, блядь, эти консольщики, вот это вот...
Макдоналд, Архидиакон. То, что из-за их геймпада в играх порой делают ненужную абсолютно поебень, которая... которую на клавиатуру можно перенести в намного более удобном виде, но из-за того, что там, сука, изначально она заточена на геймпад, этого не делают просто. Ну, мы же для обладателей Соньки делаем игры, потому что, ну, они же покупают игры, у них игры в два раза дороже, там, АПК нищеброды, но они с таким управлением поживут. Ну, в принципе, понятно. Ни в какой ковенант, естественно, я проситься не буду. Это тактика? Да нету никакой тактики. Вот на том боссе у меня была тактика. Здесь, блядь, ну тактика бегания вокруг столба. Я типа ебал ее. Если бы их еще и нельзя, блядь, было как-то сагрить поодиночку, я бы, наверное, блядь, фиданул больше раз, чем на боссе. Че, на три, ну на три левела мне не хватит, скорее всего. Ну, слушайте, чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть не хватает. Я, наверное, вот сейчас одну душу буквально съем. Ну, не буду есть, на самом деле. Продам. Впадлу мне. О, ей можно пепел какой-то передать. С экскрементами. Ну, на, держи. Прекрасный пепел. Новые товары придут с тебе по вкусу. Ну, и что-то из экскрементов за товары мне, интересно, дала. Навозный пирог на веревке. Выводит яды, токсины, лечит отравление. Ну, на самом деле, неплохо. Только я не уверен, была она здесь или нет раньше. Кожаный доспех. Кольчужный доспех этого. О, вот это новое, по-моему. Поясный доспех благосклонности. Ну, тяжеленький, тяжеленький. Хотя не намного тяжелее моего, но тяжелее. Прикольно, наверное, но не хочу тратить на него деньги. О, у нее новые стрелы. Оперенная стрела. По сотне стоит, как одна огненная стрела. Бля. Ну вот, когда... Сколько у нее физически? 40, а у этой физически 30. А у обычной сколько физически? Че мне там? Так. Бля, если бы у меня сейчас оружие было какое-то, я бы ей зарядил. Я вместо этого лук в двуручный, с одноручного на двуручный режим перевел. Так вот зачем это надо. Ой, бать, смотрите, сразу три дает. Прикольно. Ну, слушайте, слушайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть полных. Я бы еще седьмой хотел, на самом деле. Это, я так понимаю, эта полоска у меня выросла за счет вот этого кольца, да? Бля, надо сейчас... Вот, женщина, стой ровно, короче, твоя голова будет... Нет, ты не стоишь ровно, блин. Вот свечка. Свечка, ты будешь измерять длину. Свечка неровная сама по себе. Ладно, свечка измеряет длину шкалы энергии. Во, вот это... Во! Бля. Почти идеально было. Во. Ебо, ну вы смотрите, ну прям так, прям солидненько. Пол сантиметрика где-то прибавилось. И хп тоже. Да, мне нравится. Мне нравится. Так, колечко... Действительно топовая. Хотя, ну не, пол сантиметра, но это довольно много на самом деле. Еще чуть-чуть качнуть, чтобы хватало вот на шестой и на седьмой удар. Надо буквально миллиметрик, чтобы был, чтобы на семь ударов хватало. Вот, это то есть еще на раз где-то. И можно будет в силу убиваться, я думаю. ХП мне хватит, наверное, на какое-то время. Резервуар с водой. Ну давай, резервуар с водой. Прям бонфайр после них стоял. Как будто костер, блин, какой-то.
Тру-ту-тум. Тру-ту-тум. Трум-тум-тум-тум-тум. Тум-турум. Бля, сейчас подниматься просто полгода. Наверняка можно было этих крыс как-нибудь там огненными бомбами скидать. Или... Фу, на пробел нажал нечаянно, пока в класс тыкал себе. А сколько мне экспы за этих ящериц дали? По 12 за каждую или типа того? Так, ну что мы имеем? Я помню, тут меня кто-то обстреливал. Вон этот пидор стоит. Я его вижу. Пока не стреляет. Все еще не стреляет. О, еще один. Бля! Да тут этих рыцарей. Просто я ебу. Это не твоя чешуя. Обычно она со змеек падает, но вот есть только одно но. Я так и ни одной шмотки не нашел, которой можно было бы... Которую можно было бы грейдануть титанитовой чешуей. Бля, ну слушайте, опасно, конечно. Ну пошли. Самое неприятное в этих лучниках, то что вот обычно лучники в игре... Они типа лучники. Блядь. Но эти лучники, они, сука, еще и мечники. О, в своего стрельнешь? Ну, по идее, попал бы сейчас, да? Нет? Я вот не знаю. Ну, не, ну не получится к нему за спину зайти, наверное. Какая плохая идея. Надо было пробовать пнуть, но... Ну, вот я сейчас намерен... Ну, я намеренно пытаюсь сейчас пинать, и у меня не получается. То есть, блядь. Это, опять-таки, консольное уёбище. Ну, какого хера? Сделайте, дайте мне отдельную кнопку на пинок. Уёбище консольные. Я буду счастлив. Почему вы не хотите, чтобы я был счастлив? Ой. Пинок. Ну да, отлично, блядь. Как же я рад, что у меня теперь хватает на всю эту хуйню энергии. Просто отдельную кнопку на пинок, и, боже, я буду такой счастливый, самый счастливый, как, ну, блядь, мать, у которой только что родился ребенок. Настолько я буду счастлив, если вы мне дадите отдельную кнопку на пинок. Но нет, блядь, мы сделаем совершенно уёбищное, невменяемое сочетание клавиш для этого. Ну вот, пепел жителя Востока. Ну, наверное, пояс шахида теперь смогу, бля, покупать у этой бабки. Вот у меня пинок сработал тогда, когда я его... Ну, когда он уже бесполезен оказался, типа. Ну ладно, в тебя я хоть смогу, блин, забэкстебить, наверное. У меня редко получается бэкстеба, но кто знает, может... Может, ты будешь одним из первых, на ком это сработает. А, это был пинок, кстати, если вам интересно. И тут-то у меня из-за пинка кончилась энергия, то есть я урон ему пинком... Ты куда, сука? Нет! Блять, ебучий персонаж! Он начал бегать! Просто так! Пиздец! А! Чё не так с этой ебаной игрой? Господи! Насколько она хороша, настолько же она и просто уёбищная порой. Даже не верится то, что... Даже не верится, что это одна игра, в которую я играю. Она в какие-то моменты просто, блин, вообще выносит мозг, а в какие-то... Выносит мозг, но в плохом понимании. Я, пожалуй...
Я еще жив. Я еще жив. Блять! Че это круто? Как дебил. Че это кору? Это не, это нездоровая какая-то херня. Ну, порой просто не верится. Я говорю то, что вот люди смогли сделать такое, но не смогли сделать... блин. Но не смогли сделать все одинаково хорошо. Вот им бы у Bethesda поучиться стабильности, например. Вот те, если делают говно, то это говно лютое просто на века. А тут все неправильно. Поднимайся. Я уж думал, он застрял. Ну блин, они хоть станлочатся помаленьку. Чё за осколки титанита? Господи, вы чё, издеваетесь что ли? Я этих осколков титанита еще в лабиринте налутал столько, что просто пиздец, мне на две жизни хватит. И вы мне снова валите, причем с таких врагов элитных. Ну это вообще не смешно. Нету там, блин, никто не поджидает меня. Ладно, попытка бэкстеба номер два. Никто не поджидает. И справа никто вроде не поджидает. Он так выглядит на самом деле, как будто он готов. У него так голова полуповернута. Отлично, я промазал. Да что за титанит, господи. Я хочу и туда сходить. Грёбаные развилки. Я так остановился посмотреть, а не стрельнет ли в меня сейчас кто-то. Ну вот проблема, если в меня кто-то стрельнул, я бы, бля, улетел вниз. Так что лучше не останавливаться, наверное, в таких местах. Вот, большой. Почему с элитных рыцарей, бля, у которых лук больше, чем... Мое тело все падает маленький титанит, а вот с уебищного полутрупа, ну вернее полностью трупа, с уебищного полностью трупа падает такой более большой титанит. Ага, ага, где я? Я не помню, где это место. Ладно, эти парни не страшные. А, я вспомнил, где это место. Ау, ау. Ау. Блять, ну я после переката, типа, колющий удар не смог сделать. Просто потому что, ну, я ебал. Так, нет. Чё-то я погорячился. Не хочу я, на самом деле, снова идти и вырубать всех этих рыцарей. Только с другой стороны на этот раз даже бэкстеп не получится сделать. Так, это значит, это у нас шорткат. Типа, о. Типа шорткат. Типа шорткат. О! Найс! Я единственное надеюсь, что для него не нужно куча ловкости. Для него нужно куча ловкости. Бля. Зато вы посмотрите на этот удар. Ну, на этот урон. Крутая дальность. 176 урона, чтобы вы понимали, у моего прокачанного на 4 раза 143. Бля, 20 ловкости. И я могу добить эти 20 ловкости, на самом деле, кольцом.
Ну, например... Ну, мне так не хочется кольцо это одевать. Оно такое, блин, не крутое. Я не совсем понимаю. У этого скейл от силы D. У этого скейл от силы D. Тут D синее, тут D, соответственно, красное. Что? Что? Почему? Как? Блин, ну вы посмотрите на этот лук. Вот единственное то, что у него, наверное... Блять. А, он не стреляет обычными стрелами. Резонно, он же здоровенный. Ну, бля, где же я вам эти стрелы драконоборца-то на дыбы? Ими стреляет. Бля, ну рановато, я обрадовался, конечно. Нет, такое я не это не потяну, я столько стрел. Ну, с чем мне 5 выстрелов из него делать? Да, отстой. Ничего, звука серьезно, мне заново все это пробегать. Ай. Даже не буду останавливаться на этих парнях, фармить что-то. Да, одевай кольцо, снимай кольцо, действительно. Лучше уж фляга с Эстосом, пусть больше хп восстанавливает. Так, как я туда попал? Я попал туда от... Похоже, что отсюда. Какой-то у меня броня вся красная. Это типа то, что меня по голове пиздили, у меня такая-то в кровище бронь. Блин, а тут-то лута нету. А, ну тут можно просто спуститься, и я спускался вроде и лутал. Такое себе. Не знаю, мне эти прозрачные окна так вкатывают, что мне кажется, то, что типа их можно это... Ну, как-то... Что ли? Или нет? Тот шорткат вообще бесполезен, я тут так подумал. Типа, через всех этих рыцарей идти. Вот если бы он прямо к костру был. Здорово, чувак. Что-то не хочет. Мне на плиты поочередно наступать. Хотя что-то мне подсказывает, что это плиты, это... Ну, типа, надгробные плиты, и я, типа, тут хожу такой весь вдоль чикабана, как говорится. Я не знаю, но если это место не... Бля, последний раз, когда я так делал, там две ебучие ящерицы были. И что-то мне подсказывает, что тут ничего не это, ничуть не лучше ситуация. Кто из вас оживет? Вот в чем вопрос. Ребят, у меня, конечно, лука драконоборца нету, но я на всякий случай прочекаю вас. Босс? Да вряд ли босс. Типа босс за секретной стеной, с иллюзорной. Вряд ли. Латунный. Все латунное. Я так понимаю, то, что моя теория о том, что кто-то из них живой, не оправдается. Ладно, попробуем выпить эстус, типа. Не очень хочется, если честно. Ну, вообще, да, похоже на такого... Ну, блин, на самом деле, маловато комната для боя с боссом, то есть, но... Но что-то тут очевидно произойдет.
Что-то здесь. Прыг? Нет, не прыгает. Что-то здесь очевидно произойдет. Ну, вот эта стена на потайную похожа. Хотя нет, не похожа, наверное. Вроде настоящий. Кольцо перемен. Мужчины могут выполнять женские действия и наоборот. Чё это значит? Ну, типа, какие действия? Вот эти вот, что ли, действия, которые я за всю игру ни одного не сделал? Это женское действие считается, типа, или что, что за действие? С этими, с кем-то трахаться я тут не научился пока что, так что я не вижу большого смысла. Блин, наверняка какое-то подношение, может, надо. Ну, вот тут есть цветочки, как подсказка, но... Ну, очевидно, это подсказка, но у меня нет цветочков, по-моему. Ну, только вот эти, но вряд ли это они. Может, и они. Может, уши какие-нибудь сложить? Куклу, думаешь? Ну, я подумал о кукле, типа, кукла даст проход, все такое, но... Чё-то, если честно, фиг знает. Служанка в храме создаст новые предметы. Чё за служанка? Служанка это та самая? Бабка, что ли, это служанка? Ну, гоу, куклу положим. Так. Это странно. Потому что обычно, когда ты выкидываешь вещи, они остаются на полу. А, я ее не выкинул. Серебряная кукла, изображена юного оруженосца в легендарном старом городе, что в холодной долине понтифик Салливан давал эту куклу особо значимым персонам, чтобы те могли пересечь барьер, возвращаясь домой. Прислушайтесь, и вы слышите, как кукла тихо шепчет, куда не отправишься, луна все равно садится в Ирелите, где не окажешься, твой дом Иритил. Ну, Ирити или Ирелите. Но ее выкинуть нельзя, насколько я понимаю. Это ключ, то есть ключи не выкидываются. Ну, не, ну очевидно. Ну, очевидно, что это не все. Надо что-то, я так понимаю, преподнести или типа того. Вернусь к теории, что вот эта стена похожа на иллюзорную. Но теория, по-моему, такая себе. А, может, жест какой-то надо сделать? Ну, блин, ну, какая-то дурацкая. Вы посмотрите вообще, что это за строение такое? То есть лестницы ведут в нихера, в плиту какую-то. Гоу, жесты какие-нибудь попробуем, я не знаю. Радость. Не похоже, что... Ну, поклон — самый очевидный жест, который надо сделать, типа. А где дополнительные жесты, интересно? Блин, Игрик. Я не знаю, какая кнопка отвечает за Игрик на клавиатуре. F, наверное, да. Добро пожаловать, спасибо. Верность темной луне. Вряд ли это оно. Мольба. Этикет легиона. Отдых. Рухнуть. Присесть на карта.
Свернуться в клубок и тост. Ну, допустим. Покажи факт стене, будь мужиком. Я не знаю, это фак? Не, это верность. Он выглядел как фак, но на деле оказалось, что нифига не фак. Может, загуглим? У меня только одно, на самом деле, это... Вот, я могу цветочки ему положить, но не сработало, по-моему. Ну, не за одним же кольцом я пришел сюда. Вот бы еще понять, как это называется. Но это, очевидно, какая-то гробница короля. А кольцо называется кольцо перемен вроде, да? Ну, давайте с кольцом перемен подойдем, может, что-нибудь изменится. Ну и что, какие у меня новые эти? Бля, не то. Новые какие-нибудь жесты у меня появились? Чё-то я не вижу. Восславь солнце. Нет? Чё-то не работает. Блин, сложная головоломка. Гугли, так вы гуглите. Я не хочу сворачиваться. Ладно, свернусь, так и быть. Кто мне что-то пишет? Не люблю, когда люди ник меняют, а перед этим сообщение поменял ник и аву. Отлично. Поменял никого, не люблю, когда люди ник меняют. Звучит. Звучит круто, да. Так, Dark Souls 3, графика, грехи, гробница. Нет, никаких поисков. Так, ну давайте кольцо, перемен, перемер, перемен, перемен. О, я научился писать. Кольцо перемен кто-то находил. Обсуждение, что делает кольцо перемен. Ну, допустим, это что, форум... А, ВК вообще. Сменить пол персонажа, не внешность, а пол. Кольцо. Что делает кольцо перемен? Сталкивался на... Я просто не знаю, как это... О, что-то нашел. Эксуа. Ой, Эксуа. Тяжело. Блин, я даже не знаю. Сейчас. Я не могу на него зайти. Да что такое? Давай. Чё-то не заходит через эту холу. А что это за такой этот с пробелом? А, нет, не пробел, это просто запятая такая. Давай, хола, работай. Да я знаю, что это плагин для хрома. Это говно не работает в половине случаев. Ай, Украина. Ну, то есть на сам сайт я сейчас зайду, наверное. Хотя он как-то лагает. Вот, а как именно этот? Как именно ссылку в Chrome вбить? А, все, вбилось.
Undertale. Что? Зачем ты мне скинул Undertale? Типа русификатор вышел? Ты, блин, я вообще другое гуглю, а ты мне тут Undertale свой. На. Ну окей, я принял к сведению, что Undertale перевели. Ну не надо меня так это... Просто сказал бы, Undertale перевели. Не надо кидать ссылки, которые я еще геморройно открываю. Так. Гробница... Арториаса, может? Или святых? Могила святых. Не то. Допустим... Арториаса. Арториас спутник бездны. Арториас, по-моему, вообще первый это был. DLC какой-то. Ай, ладно, короче, насрать. Если что пойму, если что найду, то, бля, без стрима это сделаю. Сомневаюсь, что что-то прям клёвое. Вообще, сейчас пойду назад, и мне мобы жопу надерут вот эти вот сейчас все. Есть еще одно предположение. Прям такое интересное. Вот этот сет я же выбил, да? Латунный сет. Хайль Гитлер. Ну или Гидра, как вам больше нравится. В зависимости от того, любите вы Марвел или нет. Что-то не сработало. Ладно. Где моя масочка? Мой сет мне нравится больше. Может, надо было меч еще какой-то взять? Не знаю. Блин, ну ладно, хрен с ним. Четыре свечки. Очень интересно. Обязательно, конечно, сюда заскочу. Ну или это все, либо там действительно одно кольцо лежит, типа и... В хер не дует, как говорится. Так, давай. Это раздвижной мост, я так понимаю. Угу. Ой, как много тут. Как много тут этой фигни. Ну, просто посмотрите, как... Как там много фигни. Так, стена пробивается, но не является этой иллюзорной. Обычные иллюзорные стены. Ну, обычные стены, то есть вот так вот не пробиваются. Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота. Ой, нет. Лучше не возите с собой кота. Такая штука была, по-моему, в первом Dark Souls. Или во втором. Во втором, наверное. В первый я практически не играл. А, ну благо они раздолбанные, я так понимаю, да. То есть не так много на самом деле вариантов, куда можно будет отправиться. Кукла, по идее, уже выполнила свою задачу, открыла проход в эту локацию. Всю локацию. Ну да, там что-то вроде силового поля было. Наверное. Хотя надпись про куклу была, по-моему, после этого силового поля. Написано, я не знаю. Вот наверняка можно сейчас повернуть эту фигню, встать на край вот этого уступа и в какой-то определенный момент куда-то спрыгнуть так, чтобы типа что-то залутать. Хотя, что-то я не вижу тут таких мест, на которые можно было бы спрыгнуть. Кстати, костер, вот это клево, вот это я понимаю. Анор Лонда. Ну, это точно локация из первого Dark Souls. Ну, кстати, насчет... Нет, похоже, что все-таки нет. Хотя вон что-то есть.
Ну нет, похоже, все-таки нет. Ну чё, Анор Лондон. Ну, Анор Лондон — это еще часть этой локации, то есть я еще ее не изучил, то есть вот здесь вот с поместья я пошел. Мне надо еще с церкви, по-моему, там еще развилка какая-то была, в которую я не ходил. Я не хочу спидранить, я хочу не спидранить. Блин, Анор Лондон, то есть это реально, они взяли локацию из первой части и сделали ее зимней. Рыцарь. Ну, слушай, рыцарь. Давай не будем. Господи, как мне нравится, что у меня теперь так много. Так много выносливости. Надо ли говорить, блять, что я не хотел делать нихуя вообще из того, что произошло сейчас? Просто вынос мозга. Блять, двух рыцарей ставить возле костра. Рыцарь — это одни из самых мерзких. Рыцари одни из самых мерзких этих врагов в этой игре, и они ставят рыцарей возле, сука, костра двух, то есть если из этого костра надо куда-то идти, то эти ебучие рыцари, они просто будут постоянно мешаться. Постоянно. Блять. Как бы я хотел, чтобы они были одноразовыми, но нет. Как бы я хотел как-нибудь с ними по-быстрому справляться, но, сука, нет. А чё вы сюда идёте-то, слышь, как говноёб. Ну вот с этим вот все так просто вышло. Да почему осколок титанита-то обычный, господи? Мы в каком веке-то живем? Ну вот, окей, получилось сейчас застанлочить его, то, что он щит свой не достал ебучий. 25 тысяч душ. А надо всего 22 на левел. Ну, сука, ну я же только убил рыцарей. Нет, впадлу. Снова их убивать заново. Но мне что-то подсказывает, что тут будет дохерища рыцарей в этой локации. Ну вот, прям дохерища. Ну и заперто при помощи устройства. Ну что, мне сейчас в три колокола надо позвонить? Изи фарм, выпал большой осколок. Какой большой осколок? Что ты мне тут? Вот этот, что ли? Это говно, а не большой осколок. Нафиг он мне нужен? Я этих больших осколков налутал еще в лабиринте. Дофига. Блин, странно, что это... Типа Анор Лондон... Это по-прежнему часть той локации, хотя я бы сказал, что это уже новая локация какая-то. Хотя, возможно, мы сейчас, типа, будем шариться полгода, чтобы открыть эти двери, а потом еще и в помещении. Ну, как в соборе, короче, было, в том, где ПГМники сидели. Да, наверное, так и есть. Но это необычный, ну, блин. Того, что он необычно не делает его нужным для меня. Я, конечно, лук прокачаю. Уголь какой-то. Этот чувак... Либо на нем веревочная лестница, либо его одежда состоит из веревочной лестницы. Я не совсем понимаю. Блин, а что это грязно так? Хотя это даже не то, что грязно, это как-то... Ну, блин, странно очень. Хм, какая-то, блин, дерьмовая башня, как будто там сортир взорвали, как в Fallout'е.
ПГМников вижу. Пошли сначала к ПГМникам. Блять, из-за разницы в высоте я не всегда вижу. Вообще похоже на пидорство, если честно, вот так вот врагов ставить. Опять свидетельство верности какое-то. Так, один сам решил... А, не суициднулся. Мне, судя по всему, вниз. Я бы... вверх сходил. Так, отсюда пришел. Я бы сходил вверх. Ну, хоть ты-то иллюзорно, нет. А для чего я бы сходил вверх? Я бы сходил вверх, чтобы спуститься вниз с другой стороны. Не сильно-то продуктивно. Учитывая, что ПГМники до сих пор стреляют. Ну ладно. Чего, стрела? Чуть я немного пропустил этот момент. Стрела. Или не стрела? Или стрела? Что я только что вывел? Это был шлем? О, кстати. Символ алчности, бля, это башка. Отлично. А, внутрь стрела. Лунного света. Урон чисто от магии. Чё, опять это говно? Я уж думал, что мы закончили с ним. Да, похоже, опять это. Как охулины эти. Ты жив еще, что ли? Как некультурно с твоей стороны. Бля. Да ты чё остановился? Сучёныш. А ты везунчик. Дважды везунчик, господи. Какой же ты... Ты бы это в казино сходил, чувак. Ну ладно, уже поздно. Блин, тут столько ПГМ-утых. Да понял, я понял. Так, я спустился в кучу дерьма. Это та самая дверь, которая закрыта механизмом, и механизм этот, судя по всему, вот. Он чё, он отпирает, наверное, только... Блять. Спрятать. Не, ну, собакен на самом деле не был очень страшным в тот раз. Я, типа, его убил. Я не помню, чтобы он прям каким-то... очень страшильным был. Блять. Да, враги-то тут посильнее становятся. Это же, бля, как Skyrim. Еще и ядом придется. Воу. Это было неожиданно и приятно. Рубин Олдрика. Нормас. Блин. Еще один босс. Господи. Так, я с этим дебильным кольцом бесполезным. Восстанавливает здоровье при крит-ударах. Ну, блин, я не умею пользоваться крит-ударами.
Не, ну типа можно, конечно, попробовать на босса сейчас сходить, чисто чтобы посмотреть, что он из себя представляет, потому что, ну, убить его... Интересно, сколько за этих... Потому что урона они очень, типа... Мало... Ну, плюс у меня еще душ на целый левел прокачки. Блин, я не заметил, сколько душ мне дали за эту херню. Плюс 80. Ну да, бить их вообще нет никакого смысла. Посмотрим, что тут еще есть. Так, ясно. Эти парни явно не то, не те, кто меня рисует. Бля. Ладно, у меня хоть энергия восстанавливается, пока я лежу на жопе. А еще эстусы. Бля. Ну, это очевидный босс. Пожалуй, самый очевидный из тех, что я когда-либо видел. Отсюда я пришел, да? Блин, ну вот о чем я и говорю, сука. Идти, хоть и напрямую бежать, но все равно бежать от этих рыцарей. От костра, типа, бежать через рыцарей, через трех плевальщиков огня. Ну хоть собака больше не резница, по идее. Я, кстати, направо еще не ходил. Справа еще один рыцарь. Фидануть ему было бы очень неприятно. Ну ладно, я справлюсь. В конце концов, вы меня знаете. Когда я фидил-то? Ну, вы знаете, это физика, она сложная. Тут ты попадаешь в станлок, если бы, блядь, я не стрелял из этой залупы, и у меня хватило бы на все энергии. Да что ж, блядь, за урон-то, ебучий рыцарь. Ай. Здесь из тебя... Осколок титанита. Ебать. Бросаешь монетку и фармишь? Так я ебу, что ли, что с них это... Что с них за дроп падает? Может, с них ничего полезного и не падает. Ну, вон перчатки какие-то упадают, то есть... Какой-то сет, но я не собираюсь менять сет. Меня мой сет полностью устраивает. Хм. Тут есть еще одна дверь. А, она не настоящая, судя по всему. Даже не написано. Что у нас с другой стороны открывается? Ну чё? Пошли, прокачаемся. Бля, что-то прям битрейт прям красный. Красный, как я не знаю. Как шопа бабуина. Ну или у кого там из обезьян жопа красная, я не разбираюсь. Сорян. Пошли, прокачаемся, да на босса пойдем. Ну вообще, как бы эта локация, я ее еще не закончил. А, это вообще не мне говорил, это ты отвечал, где меч я такой выбил. Да, это те, которые перед боссом стоят. Блин, и... Питрейт начал очень плохо что-то себя чувствовать.
И начались потери кадров, заебись. Ой, блядь. Твич, сука. Welcome home, speak. Very well. Then touch the darkness within you. Mm-hmm. Take them. Нет, все-таки... Стоп. А, не то. И снова 120. Ну, снова по 2, то есть прибавляется. Че, на 7 ударов хватит? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чуть-чуть, на 7 не хватает. Ну все, потери пакетов.